Шакира отвлеклась на материнство. Малыш подрос. Молодая мама возвращается на сцену. Только что появился ее новый сингл. Не соло, но дуэт с Рианной. Называется композиция «Can't remember to forget you». Клип был снят Джозефом Каном. Видео на вершине чартов крупного музыкального портала. В общей сложности его посмотрели уже свыше 4 миллионов пользователей интернета. Сам альбом выходит в продажу 25 марта. Выпущен сингл «One Direction», называется он «Midnight Memories». Также называется альбом, который поступил в продажу 3 месяца назад. Альбом стал чемпионом в категории дисков-бестселлеров. И таким образом «One Direction» создала прецедент. Все 3 подряд альбома команды занимали 1-е место в чартах американского «Билборда». Группа также вошла в шорт-лист соискателей Brit Awards в некоторых категориях. Церемония вручения состоится 19 февраля, а в конце весны One Direction отправится на гастроли, которые продлятся 2 месяца.